Открытие еще одного мероприятия состоялось сегодня на главной площади Волгограда. Областной конкурс «Солдат-2011» собрал почти 200 юных жителей региона из 26 военно-патриотических клубов. На торжественном митинге в честь старта состязаний будущие защитники Отечества возложили цветы к вечному огню и получили напутствие от ветеранов военной службы. После митинга ребятам предстоит отправиться в Дубовский район на базу оздоровительного лагеря, где и будут проходить соревнования. Программа конкурса насыщенная. За 3 дня юные патриоты будут на время разбирать и собирать автоматы Калашникова, совершат комбинированный марш-бросок и проявят свои навыки в рукопашном бою и строевой подготовке. Также за счет конкурса пойдут и знания будущих солдат по истории России и вооруженных сил нашей страны. С каждым годом конкурс расширяется. Если он начинался более 10 лет назад, участвовало 5-6 клубов. Сегодня мы видим 26 клубов из 31 муниципального образования Волгоградской области. И это еще не предел. Со следующего года вступает новая программа, и в рамках нее будут образованы до 10 клубов в год. То, что эти объединения существуют, допризывные молодежи, то, что они проходят соревнования, проводят, то, что они жили в коллективах, это уже начальные, так сказать, основы для того, чтобы в армии, когда их призовут в ряды вооруженных сил Российской Федерации, они уже будут почувствуют силу коллектива. Конкурс «Солдат-2011» завершится 28 октября. По его итогам будут названы имена самых активных юных патриотов Волгоградской области.